Прощание с победителем 22 марта не стало Матрёны Семёновны Ноздрачёвой, одной из четырех женщин, полных кавалеров Ордена Славы. Она попала на фронт в 43-м году. Свой первый подвиг санитарка совершила в 19 лет, преодолела реку Вислы и оказала помощь 26 раненым. Затем, рискуя жизнью, Матрёна Семёновна вынесла с поля боя офицера и эвакуировала его в тыл. Тогда медсестру наградили Орденом Славы третьей степени. После Матрёна Ноздрачёва безотверженно спасала сотни солдат. Она получила Ордена Славы первой и второй степени, Орден Отечественной войны первой степени. Среди ее наград и Орден Комитета Красного Креста. До своего 93-го дня рождения Матрёна Семёновна не дожила две недели. Она умерла накануне в Ставрополе. На этих кадрах Матрёна Семёновна отмечает 90-летний юбилей и озвучивает свою главную мечту. Пусть десятки и сотни лет пролетает без всех этих войн, без всех обид. Об этой утрате скорбят все ставропольцы. Слова соболезнования выразил и глава региона Владимир Владимиров. В связи с невосполнимой утратой соболезнования родным, близким выражает и весь коллектив телеканала «Свое ТВ». Наша общая задача – сохранить память о героическом человеке и подвиге, которые совершили тогда еще совсем юная девушка Матрёна Ноздрачёва и все ветераны Великой Отечественной войны.